эта мистика происходит и на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. В Z-пабликах начали распространять слухи о том, что российские оккупанты будут вынуждены оставить эти области. Якобы именно из-за этого захватчики перестали готовиться к наступлению на этих направлениях. Сегодня вечером разговаривал по телефону с однокашником, который сейчас служит в ГШ. Пожаловался ему на нехватку личного состава в нашей ГВ «Днепр» и стагнацию боевых действий на наших направлениях. На что получил примерно вот такой ответ. Так, а зачем вам тратить людей? Все равно ведь эти области по итогам переговоров должны возвратить Я не уверен, что слова моего однокашника очень правдивы, но с другой стороны, он там гоузам, начальник одного из управлений. Кстати, на этом же канале они пишут, что Путин должен исчезнуть, и якобы только тогда россияне победят. Я, конечно, не хочу расстраивать, но вы что так не победите. Но вот это недовольство бункерным мне очень нравится. Как вам? Как думаете, фейк или оккупанты вправду всполошились?